Это упражнение «Дав и трактат Недарим», «Дав ламед зайн», лист 37, также «Бедрат Ашем», пару слов скажем про Иерушалми, Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот», лист 18, «Рецом, что дверяйте волам, нишмат кормит творим, ухлам, авиат, ражашим, ухамим, бурухар, бензир, пола, спата метру, спата метру, шалом, варит волам». То, Мишна предыдущая нам сказала так, мы ее не закончили на самом деле, и сейчас Гмара объяснит нам окончание предыдущей Мишны. Сказала Мишна так, «Хаммудара на аме хаверо, умрамдо, Мидраш, Халахот, Агадот». Человек, который сказал, что я обещаю никакой пользы от своего друга получать не буду, этот друг имеет право его учить Торе, но не всей Торе. Говорит Мишна, имеет право обучить его Мидраш, Халахот и Агадот, и рассказывать. То есть это устная Тора, Тора Шебальпе. Этому он имеет право ее учить, несмотря на то, что он обещал, что никакой пользы от него не получит. Авало Елемдо Микра, но не имеет права его учить Микра. Это называется Тора Шебихтав, письменный Торы не имеет права учить. И в этом случае он учит его бесплатно. Сейчас мы посмотрим, что нельзя деньги брать за Тору, но как бы там ни было. Дон говорит дальше Мишна, Авал Меламет Эдбана Ведбенотав Микра. Но он имеет право учить его сына, его сыновей, его дочерей письменный Торы, Тора Шебихтав бесплатно. То есть его письменный Торы не имеет права учить даже бесплатно, всех остальных имеет право учить. И учить устной Торы имеет право. Откуда мы это знаем, что нельзя брать деньги за изучение Торы? Говорит Тора, говорит Гмара, приводит пасук в Парашат Ветханан, который говорит там пасук так. Моше говорит еврейскому народу так. Ре лиматет хем хуким у мишпатим кашет циване Адонай Элохай. Смотрите, я научил вас законы, хуким и мишпатим и правила, как мне заповедовал Всевышний. Ма ани бехинам, а фатем бехинам. Как я учил вас бесплатно, так и вы должны обучать будущие поколения бесплатно. Так говорит Гмара, этот отсюда мы видим пасук, что человек обязан обучать Торе, не беря за это деньги, не имеет права брать за это деньги. То есть Мишна объясняет нам первое, Гмара объясняет первое объяснение Мишны. Это нам объясняет, что написано в Мишне. Умламдо мидраш халахот вагадот. Имеет право, человек, который сказал, я от него пользы не получу, тот, кто не должен дать ему никакой пользы, имеет право его учить мидраш, агада и алахот. Почему? Это устная Тора. Устную Тору он имеет право его учить, потому что устную Тору учат бесплатно. Ло механеле. Он никакой ему пользы, выгода ханаа ему не дает. И нотлин схар алах амна мидраш. Почему? Потому что за это деньги не берут, Рэби не берет за это деньги. Ран объясняет на 35-м листе, что он там, что но все-таки человек, который изучает Тору, ему приятно, ему понятно, ему радостно сказать, что Тора радует человека. Из-за этого пасука в Тейлиме, человек, который находится в течение траура, не дай Бог, первые 7 дней, не имеет права учить Тору. Он сидел и учил Тору с тем другом, которому обещал никакой пользы и выгоды от него не получать. Как это не считается? Выгода говорит, Ран объясняет, как мы сказали, есть правило. Мицвот лав легенот нитну. Мицвот не даны нам для пользы и выгоды, несмотря на то, что для наслаждения. Несмотря на то, что человек получает за это наслаждение и выгоду, исполняя мицвот, это не считается, что он это получит. Теперь, дальше. Но второе правило, которое сказал нам Мишна, «Ло еламдо еламдену микра» не имеет права учить его письменный Торе. Почему? Потому что говорит Мара, «Механеле», потому что в этом случае он, да, выигрывает. Тот, который сделал недер, или тот, про кого сделал недер, что он не будет получать пользу. Почему? Потому что нотлин сахара ла микра, потому что за письменную Тору, да, берут деньги. То есть за обучение письменной Торе, да, берут деньги. Теперь. Получается, нотлин махлокет. Почему? Вопрос почему? Почему за устную Тору деньги брать нельзя, когда ее обучаешь Торе, а за письменную можно? Рав Амар Сахар Шимур. Рав говорит, почему за письменный Тору, кого мы учим письменный Торе, кого мы учим Хумаш, Пятикнижие, маленьких детей. Поэтому тот Ребе, который учит этих детей Торе, он практически является бейбиситером. Он следит за этими детьми, чтобы они на улице не болтали, чтобы не попали под плохое влияние и так далее. Поэтому деньги, которые дает Ребе за то, что он учит детей письменной Торе, это практически деньги за то, что он за ними следит и их оберегает. Так считает Рав. Раби Йоханан Амар Сахар Писук Тами. Раби Йоханан говорит, нет, он получает деньги не за то, что он учит их письменной Торе, а за то, что он учит их Таамим, то есть вот этим тем музыкальным знаком, по которым мы недельную главу, которую мы парашу истории мы читаем. И дальше Гмара нам объяснит так, что Рав считает,
Эн нотлин схар писук тамим. Рав говорит, что человек, который учит тамим, тоже не имеет права деньги брать. Почему? Писук тамим и дорайта. Рав считает, что то, что нужно читать Тору с тамим, это обязанность по Торе. Поэтому ма они бехинам, аф атен нами бехинам. Поэтому как Моше Рабейну учил нас бесплатно, и также учитель должен учить бесплатно. Но Раби Йоханан говорит, нотлин сахар писук тамим. Раби Йоханан говорит, нет, за то, что человек обучает человека тамим. Поэтому человек, который идет бар мицва бой учителю, за что он берет деньги? За то, что он учит его, как читать с тамим. Почему? И Раби Йоханан считает, это не мицва по Торе, не обязанность по Торе. Писук тамим, лав де орайта, говорит Раби Йоханан, писук тамим, то, что мы читаем с тамим, это не по Торе, а это то, что потом нас научили, потом нам дали. Теперь, какая разница между... Почему Рав говорит, что нельзя обучать Торе, и почему Раби Йоханан говорит, что нельзя обучать Торе? Два. Разница будет в отношении, теперь мы скажем, что Рав говорит, мы даем Раби деньги за то, что он охраняет своих детей, поэтому тогда будет вопрос, а что если этот, кого учит, он взрослый человек, или у него есть дочери, и он пообещал, что, скажем, Рахамим, он учитель Торы. Он сказал, я никакой пользы от Рахамима не получу. Поэтому говорит Гмара так, по мнению Рава, человек не имеет права брать деньги даже за письменную Тору. Гидулим убанот эн церхим шмира. Получится так, что тот, кто учит письменный Тор, не имеет права, по мнению Рав, брать деньги, даже если он учит взрослых людей или девочек. Почему эн церхим шмира? Потому что им охрана не нужна. Девочки, раньше так было, по крайней мере, обычно были дома всегда, на улицу часто не показывались, поэтому их охранять не нужно было. И взрослых тоже не нужно охранять. Кого нужно было бы бейбиситер делать? Маленьких мальчиков. Но по мнению Раби Йоханана, человек имеет право получить деньги за обучение письменной Торы даже взрослых и девочек. Почему? Гдулим, убанот, мишум, писуктами. Потому что он обучает их таамим, музыкальным нотам, поэтому имеет право. Теперь, получается у нас, что то, что Мишна сказала, ло елабдену микра, что пусть он его не обучает, тот, кто сделал недер, письменный Торе, кому относится? Относится к месту Маком Шинотмин Сахар Алимикра. Это относится к месту, где Ребе берет деньги за обучение письменной Торе. Получается, что, по мнению Рав, Мишну нужно нам подправить. И нужно добавить там слова. Что наша Мишна говорит именно про маленьких мальчиков. И нужно в Мишне добавить слово и сказать так. Ло Ерамдену Микра Бекатан. Пусть не учит, обучает он Торе маленького мальчика, меньше 13 лет. Если тот, кто дал обещание, теперь объясняет комментатор, как это может быть. Имеется в виду, что мальчик, который сирота, а сирота получает наследство, то, что есть у его отца, и у него есть деньги заплатить. И скажем, он сделал обещание, поэтому тогда он не имеет права его учить. Почему? Потому что он выигрывает в том, что он его охраняет, он его учит Торе. Теперь даже говорит, но... И моя гадоль, меламдоло, ульмана микра. А если он был взрослый, имеет право и учить его, и его сыновей письменный Торе. Почему? Потому что он здесь ничего не выигрывает. Локе механи ле, делека сахар шимур. Почему? Потому что взрослых не охраняет, девочек не охраняет. Что здесь имеется в виду? Человек, который его учит, его друг, которому пообещал, сказал, что я не буду от тебя никакой пользы получать, или друг сказал, ты не будешь от меня никакой пользы получать, если он учит его Торе бесплатно, сейчас он выигрывает. Деньги, которые он бы заплатил за учителю, он сейчас выигрывает. Поэтому здесь спор, можно получать деньги за письменную Торе. Но говорим она дальше так. Увана беграма беалма кемитхане. А дети, которые он учит его, их Торе, может, они это индиректно. Мы сказали, не прямая выгода и польза от этого человека. Но по мнению Раби Йоханана, Мишна относится и к взрослым, и к детям. Почему Лоям до Микра он имеет право обучать письменной Торе, кемехани ле бисхар, писук тамим, потому что он обучает его тамим, и так как сейчас он учит его бесплатно, он эти деньги экономит. Ран добавляет так. Маком шен нотлин сахар аль микра. Есть места, несмотря на то, что Гмара говорит, что можно брать деньги за обучение письменной Торе, есть места, где за это деньги тоже не берут, даже за письменную Тору. Почему? Потому что махмирин аль ацмам, где шелоя воу литоль сахар аль мидраш. Они устражают для себя закон, чтобы не взять случайно деньги за то, что они обучают мидраш, алахот или агадот, то, что можно обучать бесплатно,
чтобы они случайно не взяли деньги, если они будут учить за деньги письменную Тору. Мерам домиха. Да, поэтому они учат Тору бесплатно. Теперь, говорит Мара, длоки механи лед, да эн нотлим саха. В этом случае он имеет право тому его учить, мерам домиха. Почему? Потому что деньги не берет. Поэтому в том месте, где учат и письменную Тору, и устную Тору бесплатно, тот, кто сказал, я от Рэби своего не буду получать никакой выгоды и пользы, имеет право учиться Торе, потому что деньги он никому бы так и так не платил, и ничего он не экономит. Теперь дальше Мара продолжает, приводит брат, который говорит так. Тинокот ло корин битхила бешаббат, эля шонин беришон. Интересно, брат, объяснить нам почему. Говорит брат так, что дети маленькие, которые обучают их Торе, в шаббат они не имеют права начинать учить новую тему, новую парашу, новый отрывок из Торы. Почему? Сначала Мара хотела объяснить, что мы идем по мнению Раби Йоханана, который говорит из Турс Хар Шаббат, что возможно, человеку нельзя платить деньги на Шаббат. Человек не имеет права прийти на Шаббат и за это брать деньги. Поэтому Эн Корин Битхила Бе Шаббат и Касхар Писук Таамим Бе Шаббат. Как мы сказали, даже если сейчас этот учитель будет обучать Таамим, и он имеет право за это брать деньги, и сейчас он будет учить их новую главу истории с Таамим, сейчас он будет зарабатывать деньги на Шаббат. Потому что можно за это брать деньги, сказал Раби Йоханан. Поэтому первое объяснение, которое хотела Гмара объяснить, что поэтому нельзя. Шонин Беришона, Лека Схар Писук Тами. Но нельзя обучать новую отрывку. Но то, что они уже хотя бы один раз выучили, можно повторить на Шаббат. Почему? Потому что уже он один раз их обучил, за это он деньги взял. Повторение он деньги не возьмет. Уже они это знают. Это по мнению Раби Йоханана. Так хотелось изначально Гмара объяснить. Рав говорит... И Касхар Шимур Бешабат, Рав говорит нет. Почему? В обоих случаях есть проблема с чем? Что дети сейчас сидят с Рэби, он их что делает? Охраняет, бебиситерчит. Поэтому нельзя учить на Шаббат. Рахамим. Три. А как получается так, что окей, новую отрывку нельзя учить. А как можно его учить? Повторению. Почему можно повторить? То, что называется, есть правило Бехавлаа. Что это Хавлаа? Хавлаа – это человек, ему сказали, человек не имеет права нанять человека, чтобы он пришел, даже гой пришел на шаббат, ему что-то сделать для него. Но если он взял его работать на год, и это, скажем, в нееврейском районе, он платит ему за неделю, или за месяц, или за год, и он приходит и делает свои дела, когда ему удобно этому гою, тогда он считается, как Мара приводит, были раньше люди, шумер, что это шумер, еврей, который охранял, кого нужно было охранять, мы с вами говорили, когда красная корова есть, детей с рождения охраняли, их росли на специальном дворе, под которым было пусто, красную корову охраняли специально, чтобы ее не испортили, вот как здесь, чтобы не испортили красную корову, чтобы не испортили детей, нужно было охранять, или охраняли семена, чтобы отдать их трумот. Поэтому говорит Гмара, что если человек охранял их на шаббат тоже и получал деньги поддельно, как каждый день, и что-то с этим случилось, он не отвечает, потому что в шаббат он деньги не получает, он называется шомер хинам, он бесплатный охранник. Но если он получает зарплату за неделю, или за месяц, или за год, и если с этим что-то случилось на шаббат, он да, отвечает. Почему? Потому что ему платят за неделю. Шаббат сахар. За шаббат до этого не заплатили немного. За шаббат ему не платят, да. Он получает за день. Поэтому в шаббат он деньги не получает. Поэтому человек, который есть большой закон, например, когда приезжает в синагогу на Рошана Йом-Кипур, Хазан. Mm-hmm. Когда он поет на Рошана Йом-Кипур, поэтому нужно, чтобы он прочитал слихот. День, два, три, неделю за этого. Тот, кто читает Тору, за что он получает деньги? Он приходит, например, в синагогу только на Шаббат. Он получает деньги за подготовку в течение недели, что он готовится. Но только на Шаббат не имеет права деньги брать. Поэтому Гмара говорит, но все-таки, Гмара говорит нет. Это не поэтому. Мы видим, что можно бехавлаа обучать Торе. Поэтому даже, по мнению Раби Йоханана, это не будет считаться запрещенным на шаббат. Поэтому Гмара объясняет так. Тинокот ло корим битхила бе шаббат, эла шонин беришон. Мы сказали, мальчики, дети не читают новый отрывок, не учат новый отрывок в шаббат, а повторяют то, что прошли. Почему? Мишум диифну авотехем динуке ле митцвата де шаббата. Чтобы было у них свободное время и их родителям, чтобы уделить время вместе, чтобы они были вместе за столом, чтобы рассказывали Диврей Тора, чтобы говорили, пели субботние песни. Чтобы отец мог исполнить мицву исполнения шаббата
вместе со своими детьми. Как один раввин сказал, большой раввин сказал про другого раввина, сказал, почему у меня дети не такие, как он? Потому что он приходил на шаббат, рассказывал истории про праведников своим детям, пел с ними шаббатные песни, а я побыстрее побежал, покушал и побежал дальше разбирать, что там Гмара говорит, что там Рамбам говорит, объяснить то, объяснить это. И мои дети не смогли зацепить и понять вот эту святость шаббата, святость этого дня. Поэтому очень важно уделять время своим детям, особенно на шаббат, рассказывать им истории без раташем, говорить с ними, чтобы они любили вот этот день, чтобы они всю неделю ждали. Поэтому говорит Гмара, «Эн корим битхила без шаббат», объясняет Ран, «Яхошу лифтули». Лептула, вело ишташу. Что может быть? Если дети будут изучать что-то новое в шаббат, то родители, папа, ему будет неудобно его прервать ребенка, забрать из школы. Поэтому он оставит его. Шуним бимикра, но когда они повторяют то, что учили, ло яхуши лептула ишташим. Поэтому, а если они повторяют, то его он выдержит. Тогда ходили даже на шаббат в школу, учили, да, поэтому он говорит, то если они повторяют, папе не будет так неудобно его оттуда вытащить. Конечно. Это одно объяснение. Второе объяснение. В школу ходили в шаббат. Школа была рядом, и учитель приходил к ним домой. Меламед приходил домой. Второе объяснение. Тидноног, тинагод, локорим битхила бешаббат, эрешон им берешон. Почему детей нельзя в шаббат обучать чему-то новому? Потому что, говорит Гмара, мишум деше бешаббата ахлин вешатин веякир алейхун алма. Потому что в шаббат теперь, тогда мы, как вы сами говорили, тогда была практически тотальная беднота. Люди в течение недели только ели хлеб с водой и, может, какие-то фрукты, овощи. Когда они ели хорошенько и побольше в шаббат. Поэтому из-за того, что они ели в шаббат побольше, они были более уставшие в шаббат. И кроме этого, хахамин говорят, что Шмуэль говорит, что «Шинуй весет тхилат холе меаим». Что когда человек меняет свою диету, свою то, что он обычно ест, начинают у него проблемы с желудком. Поэтому так как они в шаббат ели больше, чем обычно они ели, поэтому тяжело было сконцентрироваться на шаббат. Они были уставшие от этой еды. «Эн хорим битхила бешаббат, царих июн мерубе», как говорит Ра, там нужна концентрация, нужно думать. «Шонин бемикра», но когда нужно повторить, там не говорит Ра, «Эн царих июн мерубе», в этом случае не нужно слишком большого утруждения и углубления. Поэтому даже если много поели и устали от того, что поели, имеет право повторять, а не учить на шаббат. Дальше Гмара приводит пасук из Нехеми, который показывает нам, что то, что Рав сказал, что песуке это амим деурайта, что то, что нужно читать с тамим, это паторы. Пасук говорит так. Ваикреу бесефер тората элухи мефураш вешом шекол ваявину бемикра. Поэтому то, что написано, Гмара объясняет, вот этот пасук разделяет каждую фразу здесь, каждое слово, объяснить, что она имеет в виду. Четыре. Говорит Гмара так. Вейкру, Бесефер, то, что они читали в книге, написано, это имеется в виду. Псуким в Торе, это письменная Тора. Мефураш, объясненное, что это? Зетаргум, это перевод, как мы с вами говорили, перевод Онкелуса. Это перевод, по мнению некоторых мудрецов, который был дарован нам на горе Синай, и потом был забыт, и Онкелус его вернул или исправил. Дальше, вешом шакол, элуа псуким, это что? Это говорит о том, что человек, когда читает Тору, очень важно, если он уже все там им не говорит, но сов пасук должен обязательно останавливаться. Веядину бемикра, и то, что они понимают в чтении, зе писук там им. Это говорит Рав, то, что показывает, что там им идут по Торе. Другое объяснение этому последней фразе, веядину бемикра, ве амрела элу ха мосорот. Это то, что у нас есть. Мы получили от наших предков. То есть, что это етерот вехасерот. Есть в Торе слова, в которых букв не хватает, а есть, которые вроде лишние буквы. Есть в Торе слова, которые написаны одним образом, а мы читаем по-другому. Или мы читаем по одному, а написано по-другому. Все вот это имеется в виду ваявину бемикра. И Равицкая говорит так. Микра, софрим, то, что в Торе написано, это относится, как мы сказали, как мы Тору читаем с Таамим. В Итур Софрим есть кроме этого в Торе лишние слова, чтобы приукрасить, сделать более читаемым этот рассказ, эту историю, эту строчку, которая там есть. В Кириан Велокетивин. Есть слова, которые мы читаем вслух, но они не написаны в Торе. Ухтивин Велокерин. А есть, которые написаны, и мы их не читаем. Аллахалем Мошенай. Все вот эти
изменения. Все, что есть в Торе, это Аллаха ле Моше Миснай. Так мы получили от Моше на горе Синай. Это не как, как есть другие Марбим объясняют, что есть, которые говорят, что не знали точно, какой вариант, поэтому написали по одному, а читаем по другому, что и тем, так английский язык, я думаю, построили, чтобы и тем было понятно. Но все, что у нас в Торе есть, лишняя буква, недостаточно, написали одному, прочитали другое, все это Аллаха ле Моше Миснай. Кроме этого, очень важно Таамим читать правильно. В нашей недельной главе, кстати, в нашей парашат Ваеце есть на это пример. Написано в Торе пасук. Вине Рахель бито баа имацон, ве Рахель баа имацон. Какая разница между этим? Есть, когда мы читаем ибод Рахель, когда мы говорим ударение на последний слог, мы говорим вине Рахель баа, она приходит, она еще не шла. Вот Рахель идет со стадом своего отца. А когда уже она дошла к Якову, написано «Верахель баа». Она пришла. Это то же самое слово. От ударения зависит смысл слова. Если в таком слове «Шалях Цибур сделал ошибку», «Балькоре», нужно его вернуть. Другое есть правило, и это очень важно, особенно с бармицами. Человек должен читать истории, не говорить наизусть. Очень важно читать. Теперь есть слова, которые мы не читаем. То есть написано одно, мы произносим другое. Нужно смотреть или нет? Куда смотреть? Если кто говорит, что между буквами, самое известное слово – это имя Бога. Мы пишем «Юд Кей» и «Вав Кей», а произносим «А», «До» и потом «Най». Смотреть нужно обязательно или нет, то есть, конечно, нужно смотреть, потому что, как мы говорили, это дает человеку святость и так далее. Как бы там ни было, человек должен смотреть и читать, а не говорить наизусть, как бы хорошо он Тору не знал. Кроме этого, есть объяснение, которое говорит, есть то, что написано «Сефер Весипур». Когда человек что-то пишет, потом, когда это читает, тот, кто читает, он до конца не может понять, что там написано. Что тот, который писал, там, что он там вложил. Но когда двое разговаривают, то тогда уже четко, ясно и понятно. Поэтому то, что в Торе написано, мы до конца никогда не сможем понять, что там Всевышний, какие секреты Бог заложил. Но то, что мы читаем сверху, то это как-то нам что-то понятно, какой-то смысл там есть. То переходим к Иерусалимскому Талмуду, трактат Берахот, лист 18. Следующая мишна там говорит так, что человек, который читал Тору, просто как раньше Тору учили, брали свиток Торы и по нему читали. Человек на Шахарит, скажем, во время Шахарита, когда было время Шахарита, он читает Тору и дошел до Шма Исраэль. И в это время было время Шма Исраэль, и у него была кавана, он сделал кавана, что я этим чтением, что я просто учу Тору, читаю в Торе, я исполняю эту мицву, исполнил мицву или нет, исполнил, если была кавана, он эту мицву исполнил. Теперь дальше Гмара разбирает спор между Раби Мейра и Раби Иуда, когда можно в Шма Исраэль прерываться. Есть между главами или посередине главы, как знаете, проходили с нами в Масахат Брахот в Вавилонском Талмуде, что там зависит, он кого-то приветствует из-за страха к нему или